Определят самый красивый и ухоженный двор. В городской администрации принимаются фотозаявки на конкурс «Цветущий стерлитамак». Участвовать могут жители удаленных микрорайонов города – Ашкадарский, Краснознаменский, Первомайский и Северный. Награждение победителей состоится в День Республики Башкортостан – 11 октября. Создатели самых интересных и креативных работ будут удостоены денежных сертификатов и благодарственных писем. Участвовать в конкурсе, ну, прочитала, решили с мужем участвовать в конкурсе. Захотелось радоваться жизни, поэтому смотрела передачи «Усадьбу» и в интернете смотрела поделки вот разных людей. Желающие принять участие в конкурсе «Цветущий стерлитамак» могут обратиться за информацией по телефону 24 20 42.